Всем привет! Сегодня я буду делать оладушки с яблоками. Для этого понадобятся яблоки. Если крупненькие, два яблока достаточно. Стакан кефира, кислого молока, то что есть. Затем примерно на это количество пойдет 1,5-2 стакана муки. Одно яйцо, пару ложек сахара, это по вкусу. И щепотка соли. Если нравится корица, можно добавить корицу, можно ванилин добавить. То есть тут уже тоже по вкусу. Итак, яблоки нужно натереть на крупную терку. Итак, яблочки мы почистили от кожуры, от серединки тоже я почистила и натерла на крупной терочке. Вот. Теперь берем емкость, в которой мы будем мешать тесто для наших оладушек. Берем яйцо, вбиваем. Яйцо предварительно не забываем помыть, я всегда напоминаю. Добавляем пару ложек сахара. 3 ложечки я добавлю. Сахар. Так. Берем венчик и взбиваем. Взбивать до сильной пены здесь не нужно, просто как бы хорошо перемешать. И добавляем вот кефир или кислое молоко, что у вас есть. Вот, хорошо перемешиваем как бы венчиком. Добавляем соды. Ну, соды примерно получается 1/2 чайной ложечки. И добавляем муку. Ну, муки, как я говорила, примерно на это количество идет где-то 1,5 стакана обычно. Ну, все зависит от муки. Мука у меня уже подготовлена, просеяна. Здесь потихонечку добавляем. Здесь чуть больше, чем 1/2 стаканчика. Будем добавлять и смотреть. Вот тесто должно быть как густая сметана. Вот, видите. Перемешали. И теперь добавляем яблоки. Яблоки. И если хотите, можно корицу, ванилин. У меня корица. Я люблю яблоки с корицей. Вот так. И хорошо перемешиваем. Так. Такое тесто вот. Муки достаточно. И оставляем постоять минут 10. Прошло 10 минут примерно. 10-15. Тесто постояло. Разогреваем растительное масло, на чем будем жарить оладушки. Вот я уже разогрела. И ложкой выкладываем. Небольшими порциями, вот так вот примерно, на сковородку. Вот такие оладушки. Огонь после того, как разогрелось растительное масло, делаем средненький.
То есть не совсем, чтобы он маленький был, чтобы все-таки прожаривались, но и небольшой, чтобы они прожарились внутри. Хорошо. Итак, жарим. Вот сразу, пока первую сторону обжариваем, можно взять крышку и прикрыть крышкой. Они тогда поднимаются. Вот так. Давайте посмотрим. Переворачиваем. Вот. Видим, какие они толстенькие встают, красивые. Очень легко и быстро готовятся. Можно готовить на завтрак такие оладушки. Вот, жарим вторую сторону. Видим, как приподнялись красиво. Вот. Обжариваем вторую сторону. Когда обжариваем вторую сторону, крышкой уже накрывать не нужно. Итак, давайте посмотрим. Вот красивая уже вторая сторона. Наши оладушки готовы. Выкладываем, поливаем сметанкой и можно приступать к еде. Все быстро и просто. Вот такие вкусняшки получились. Очень вкусно. Готовьте тоже. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой видеоканал. Ставим лайки. Пока-пока!